Вы на канале Кэнди! И сегодня мы хотим нарисовать, показать вам, как нарисовать кого? Кого мы нарисуем, как ты думаешь? Лошадку. Лошадку покажем, как рисовать? Да? Подожди, стой! А перед началом видео мы кое-что хотим одному каналу сделать. Сюрприз, да? Да! Так, на раз, два, три, будем говорить. Ребята, мы хотим передать привет каналу Клубнички Классные. У нее тоже есть свой канал, и она снимает. Она очень классная. Она тоже нам писала в комментариях. Благодаря ей у нас стало больше подписчиков. У нас стало 8 подписчиков, а было сколько? 6? 6! У нас было 6 подписчиков, и стало 8. Это очень классно. И, ребятушки, и сейчас мы начнем рисовать пони, да? Да! Так, и сейчас мы начнем с головы. Угу, хорошо. Ева, давай садись. Я умею с головы начать. Ева, ты должна повторять за мной. Так, ребята, вот. Сейчас я сама покажу. Вот, молодец. И сейчас мы нарисуем ушко. Так, вот, ребята, вот так ушко надо делать. Так, я устаю, не лезь пока. Я тебе покажу сама. Вот ушко, держи. Теперь я покажу, как нарисовать личико. А я делаю глазки. Пока глазки не нужно делать. Вот, ребята, личико. Поняла, как сделать его? Теперь нужно сделать носик. Смотри, носик. Делаем лошадку какую? Это будет у нас кто? Мини-котик или с канала Клубнички Классные? Клубнички Классные? Нет, котик. Нет, Клубнички Классные лучше делаем, да? Она самый лучший канал. У нее больше подписчиков, чем у нас, да? Так что будем делать ее, да? Ее. А я буду пока глазки делать. Хорошо? Я тоже глазки делаю. Клубнички Классные. Ты очень хороший канал, да, Ева? Так. Ребята, мы сейчас делаем глазочки, да, Ева? Угу. Для нашей клубнички. Так. Я думаю, у нас получится очень классно. Вот, ребят, глазик. Ну да. Рисуй, Ева, рисуй. Сейчас мы, давай, стерем вот эту вот полосочку. Сейчас я покажу, какую полосочку нужно стереть, да, Ева? Угу. Мы покажем. Вот, вот здесь была полосочка. И ее обязательно нужно стереть, да? Угу, чтоб видно не было. Чтоб было... красиво. Угу. И не сейчас видно. Вот нужно сделать грудочку. Вот грудка для нашей клубнички. Сейчас я нарисую еще. Вот так вот. Да, молодец. Покажи ребятам. Молодец. Сейчас я напишу надпись. Ев, ты не пиши, поняла? Ты еще не умеешь писать. И ставьте лайки. Да, обязательно ставьте лайки. Так, пока что сидим. А сейчас я напишу нашу табличку, да? И покажу вам, как нужно написать. Вот, ребята, мы нарисовали наши табличечки.
Сейчас я первая покажу ребятам, как нужно нарисовать табличку. Клубнички. Я потом сама покажешь. Клубнички. Классные. Я встой. Вот, ребята, вот так я написала. И теперь покажем, как бабушка Еве написала, да? Клубнички классные. Держи. Это же ты написала. Нет, бабушка же написала, да, Ева? Дальше рисуем, да? Сейчас мы покажем, как нужно нарисовать нашей пони таз, да? Так, подожди. Нужно немного потереть. А я пока сделаю ножку. Ножку сделаешь? Давай, рисуй. Похоже на кенгуру, да? Просто угу. Надо лапки сделать. Угу. Смотри, правильно? Сейчас я нарисую хвостик его. Да, умница. Рисуй. Потом я покажу, как нарисовать гриву, да? Ева. Да? Покажем, как нарисовать гриву. Я какую захочу, такую и делаю. Хорошо. Правильно? Да, давай покажем, как Ева нарисовала. Ребята, не судите строго. Ева еще маленькая, да? Как рисует, так и рисует. Да, Ева? И дизлайки из-за этого не ставьте, потому что она еще маленькая, так что вот так вот она рисует. Да, Ева? Не нужно тебя винить. А то я обижусь. И она больше не будет сниматься, значит, да, Ева? Угу. Если вы будете ставить дизлайки и будете отписываться. Когда вы отписались от нашего канала, мы очень разобиделись, да, Ева? Угу. Лучше будем о хорошем. А я пока сделаю гривку. Гриву? Нет, мы потом покажем. Сейчас, ребята, я вам покажу, как я нарисовала мою понечку. Да, Ева? Угу. Покажем. А я сделаю флаттершай. Нет, это будет наша клубничка классная. Вот, ребята, я вот так вот нарисовала ее. Нажмите на паузу и срисовывайте. А мы будем сейчас подготавливать гриву. А я пока копытца сделаю. Копытца? Ну, рисуй. Я все. Свою гривку рисуй, поняла? Так, ребята. Сейчас я покажу, как я нарисовала свою клубничку. А я хочу рог сделать и крылышки. Ну, ты сделай рог. И крылышки. Ребят, сейчас я вам покажу, как я нарисовала очень красиво свою гриву, да, Ева? Mm-hmm. Она очень просто идеальнейшая. Ну, если вам не понравится это видео, то ставьте лайки. Да, ставьте лайки. Если вы нам не подписались, да, то мы обиделись. А если подписались, то мы обрадовались. Да. Вот, ребята, я нарисовала гриву. Можете срисовать? Я, подожди, не лезь. Ребята срисуют, потом ты нарисуешь, поняла? Ев, ну что ты сама у меня срисовываешь? Вот, ребята, срисовали. А теперь Ева вам покажет. Вот так вот Ева нарисовала красивенько, да? Для маленького ребенка это хорошо. Вот, срисовывайте, малыши маленькие. А сейчас мы будем рисовать нашей пони рог. Ева уже нарисовала. Да? А я пока кьюти-марку сделаю. Это у меня будет клубничка, потому что это наша клубничка, да? Классная. Угу. Рисуй клубничку.
Мы тебя обожаем, клубничка классная. Ты молодец, что подписалась на наш канал. Может быть, даже ты не подписалась, все равно ты нас обрадовала. Да, Ева? Ты очень нас обрадовала. Так, сейчас я нарисую клубничку. Кьюти-марку. Так, сейчас я немножечко подправлю ее. Так. Ну что ж, ребята, мы нарисовали и все раскрасили. И хотим вам показать наших клубничек. Вот, давайте скорее разукрашивайте. Да, Ева? Угу. Мы вот так вот нашу клубничку нарисовали. Очень красиво. Очень красиво и прилично, только похоже на сосису. Ева шутит, да? Да. Она любит шутить. Она шутница наша, да, Ева? Да. А теперь... Сейчас мы Евину покажем клубничку. Вот такая Евина клубничка, да, Ева? Угу. Вот она. Малыши, срисовывайте, да? Угу. Срисовали малыши? Ну что ж, ребята. Всем пока, ребята. Вы были на канале Кэнди. Подписывайтесь на наш канал. И не забывайте ставить пальцы вверх. И нажимайте на колокольчик. Дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь-дзинь. И не забывайте смотреть наши новые видео. Да, и ставьте пальчики вверх. Да, а кто напишет самый классный комментарий и не наберет ни одного лайка, то мы передадим приветики, да? Да, если вы поставите много лайков, то нам присут золотую кнопку. Да, или серебряную. Да. Мы очень этого хотим с Евой, да? Да. Очень-очень хотим. Всем пока!